Общая длина линий электропередачи в Югре увеличилась на 340 километров. Эти данные за прошлый год озвучили на заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам естественных монополий. Здесь обсудили реализацию инвестиционных программ энергетических компаний. Деньги в собственное развитие в прошлом году вложили 8 субъектов электроэнергетики. Суммарное финансирование инвест-программ составило 5 миллиардов рублей. Перед запуском все проекты прошли согласование в департаменте ЖКК и энергетики Югры. К сетям электроснабжения подключены, среди прочего, 72 социально значимых объекта, в том числе спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями в Нягне, школы, детские сады в Нижневартовске, Сургуте, Кандинском районе.